Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю очень вкусную, быструю новогоднюю закуску, которая просто замечательно будет смотреться на вашем праздничном столе. Сперва создаем цветочки. Делаем аккуратные надрезы, не до конца. Должно получиться 7 полукружочков, шириной примерно 2-3 мм. Теперь аккуратненько заворачиваем 2, 4 и 6 полукружочек. Готовим начинку. Натираем на мелкой терке одно яйцо. Нарезаем мелким кубиком красную рыбку. Можно заменить консервами. Добавляем 1 столовую ложку сливочного сыра и 1 ложку сметаны. Все хорошо перемешиваем. Выкладываем нашу начинку в тарталетки. Сверху украшаем огуречным цветочком. По желанию добавляем немного красной икры. Наша закуска готова, можно подавать к столу. Как видите, готовится все быстро и легко, а смотрится на столе очень эффектно, аппетитно и по-новогоднему, и станет прекрасным украшением вашего праздничного стола. Кому понравилась идея, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи и с наступающим Новым годом! Пока-пока!